Я, кстати, сходила на Ворона же. Помнишь? На Ворона со Скарсгардом. Да, я просто никогда не выговорю эту фамилию, да, с ним. Да. Очень красивый прям. Да? Да. И я потому что от фанатов слышу очень... Ну вот, как бы, наверняка они правы, но чисто визуально прям вообще красиво было. Мне прям приятно было смотреть. И я еще переживала, думаю, блядь, лишь бы не дохуя по времени. Вообще нормальный тайминг. Короче, надо смотреть Ворона. Я очень понял. Классно. Жду в цифре, получается. Ну, для опыта это очень даже. А, так, станция. Сегодня? Я так не говорю. Так я не делал вот так. Я же не вдыхаю, блядь. Я просто сказал станция. Вот, это уже не так ты сказал. Вот именно так я и сказал. Дима на монтаже. Ты-то знаешь, кто как что сказал. Станция. Станция. Сегодня не будет рекламы в самом начале. Я знаешь, что хочу доебаться? Короче, у меня 600 что-то с копейками друзей во ВКонтакте. Я хочу косарь. Станция. Добавьтесь ко мне в друзья. Ссылка в описании, пожалуйста, во ВКонтакте. Хочу косарь друзей. И скиньте мне все по сотке еще, да? Не обязательно. Можно просто приходить на наши стримы, которые проходят на постоянной основе. Все ссылки в описании. Нет, правда, хочу косарь. Нет. Хочу косарь. Косарь хочу. Дайте друзей косарь. А потом они удаляются, вот это вот. Да и пускай, пускай вот косарь побудет, а потом что хотят делать. Спасибо, спасибо. Просто. Собственно говоря, добро пожаловать. Пожаловать, да. Добро. Потрясающее событие. Вот твоя сестра, мою запись одобрила. О, отлично, лайк от Алиныча, привет. В прямом эфире. Блять, я в моменте в ночи пишу: Алина, там я губнушку потеряла. Можешь посмотреть, пожалуйста, в них заведухи. Через 5 минут пишу: Алина, я нашла отбой. Блять, ну ладно, нормально, что не бывает. Сидят в своих заведухах. Таким образом, мы начинаем сегодняшний выпуск. А суть такова. Очень интересно, 4 трека на выпуске, и один будет эксклюзивом для нашего ВК. Поэтому обратите внимание на ВК, ссылка в описании тоже. Никакой рекламы. Подожди, почему у тебя такое вот состояние, как будто вот, что это такое? Чего ты? Ты как будто ждешь чего-то. Начало. А, все, начало ждешь. Начало такое сегодня. Зеленая гнида, шляпа, микрофон и Малентина. И сегодня мы будем очень многого интересного слушать. Еще из того, что надо было тебе показать. Я не скачал Трейдерс. Удаляй это все. Блин. А на телефоне нельзя посмотреть? И давай без Трейдерс. Выпуск вкусный. Что ты Малю потерял, кстати, теперь? Нет, ты здесь. Чего я тебя терять? Выпуск с кайфом. Поехали. Чего это было? Чпунь? Красиво. Короче, сегодня такие пироги. Whitechapel принесли нам новый трек. Замечательный. Можно не орать, пожалуйста? Whitechapel принесли нам новый трек. Вкусный, интересный. Потому что последние треки Whitechapel, это было страдание Боузмана. Whitechapel ваш. Подождите. Эту шутку надо... этот каламбур надо осознать, потому что, смотрите, Чепалгаш — это чеченская лепешка. И вот она сейчас выдает White Чепалгаш. Ну и белая же в натуре, да? Это шутка только для нацменов, получается. Отлично. Нацвуманов. Да. Memphis Mayfire. Мы пропустили, у них новый трек интересный выходил. Тоже надо посмотреть. Shadow of Intent сделал, значит... Это кто? Вы их слышали?
слушала. По-моему, нет. Shadow of Intent Nick Nocturnal сделал реакцию, короче, на него. Говорит, там что-то страшное происходит, надо смотреть. Резалв тем временем, французские такие интересные... Да, Молотов почему-то называется трек. Очень интересно. Французики молоденькие, делают красоту, надо смотреть. И для ВК эксклюзивом будет Вардруна, новый трек тоже вышел, какой-то интересный. Вот, мы это будем там смотреть и слушать. Так что приходите в гости на ВК. И еще и Трейтерс мы зацепим, ладно. Я уж думала, блин, не будут. Конечно, новый трек Трейтерс вышел, тоже его в конце, конечно же, закинем, чисто вишенку к Мали на торт. Там клип есть? Ладно, ладно. Да, есть. Я думаю, надо начать с французов, потому что молодые, мы с ними не так много знакомы. Интересно. Я давно не читал на французском. Простите. Жарко прям от музыки. Свежо как, а? Ну, вообще, мне очень понравилось.
Извините меня, они, как сказать, относительно молодые, короче, пацаны. Mm-hmm. Вот только-только начали куда-то взлетать. Да, есть. И причем много чего уже есть прям такого качественного, mm-hmm. хорошего. Вот, но относительно молодые французы. Классный пиздец. У нас на станции очень многие любят mm-hmm. станции. Это мы давно уже выяснили. И столько всего намешано. Там что-то я слышу, там и Бэдоманс какие-то где-то далеко, и Брингов где-то далеко, но в целом так свежо звучало. Все очень гармонично, и атмосфера прям какая-то для меня вообще новая. Необычное какое-то что-то. Вроде бы и то, что ты типа, ну, когда-то слышал, а вот с этими синтами. Даже то, как он голосом своим вот это вот все. А он очень хороший вокалист, между прочим. Жаль, что мы не знаем его имя. Станция, если знаете, пишите в комментах. Да, лучше скидывайте. Или ты, брательник, сам напиши, да, что ты смотришь все равно. Напиши тогда мне. Сразу туда. Он на Элуана, кстати, похож, заметила? Нет. Нет? Я вообще не поняла. Ясно, ну ладно. Ну он на Элуана похож. Это не главное. Ма, это сказала она, которая сохнет по Ною Себастьяну. Не главное, конечно. Ой, убери. Я очень разбираюсь в людях. Ну давай, мы дадим, допустим, внешность шамана и вокал Ноя. Так быстро он нахуй пойдет. Ну просто вот смотри. Ну, давай так объективно. Я с шаманом внешне это будет пара, ну, над которой угорать только остается. Ну да. Вот поэтому все равно тут нельзя отрицать. А с Ноем Себастьяном он 300 тысяч километров в высоту, блядь. Ну ничего страшного, я буду с табуреточкой ходить. Ох, уж это женское сердце не понять никакими. Сколько. Короче, трек. 110 вообще смело. Ну реально мне очень интересно. Понравилось. Ну я прям добавила сразу. Да, это свеженькое. Я этому поставлю 9,6. И где 0,4? Что стало? Вот чего не хватило? Вот я не знаю, чего не хватило. По ощущениям так. Вот, я так чувствую. 9,6. Очень интересно. Ты встань, нормально, походи. Не-не, все хорошо. Станция, свои мюсельки потрясающие, замечательные. Напишите в комментах, что думаете про французов. А мы идем дальше, как будто бы надо... Надо как будто бы Мемфиса Мэйфайр. Давай. Мы их уже знаем, ничего про них говорить просто... Thank you.
Бедолага, тормози, что ты тоже. Слушай, я вначале очень скептически, сейчас хорошо послушаем. Но когда начался прям, разматывающий момент, я забыл, как он называется. Припев? Ты про брейкдаун? Брейкдаун тоже, да. Какой момент? Сам бриф? Сам припев? Вот, короче. И я прям себе, вот это уже заявочка поинтереснее началась. Так фирмово и стилево это. А вот они мне напомнили Bad Omens немного. Да? Вот этот, когда у них же появилась тема с такими электро какими-то клубными звучаниями. И как будто бы вот стиль, направление. Не говорю, что прям один в один, но вот направление как будто бы немного туда ушло. Они начали вот это вот все компоновать. И все обычное тяжелое звучание, но при этом добавлять вот эти... Я, кстати, думаю, что это нормально. Не, я не к тому, что типа... Я просто что типа, смотри, вот, допустим, что-то работает... Отличный, охуенный звук у альбома Bad Omens, да, последнего. Просто потрясающий. Почему на него не равняться? Почему быть на ним похожим? И вот как будто бы, да, оттуда началось, что многие же мы с тобой замечаем. Да, 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 да. Что вот оттуда как будто появилось у многих ребят. Кто-то, видишь, как мне кажется, как будто кто-то что-то пробует новое такое, и получается классно, и выпускают, и все такие, блядь, да так же можно было! Хотя вначале вот эти как раз такие треки-то особо их и не признавали, чтобы думаться, только тяжеляк слушали, даже я, что брать. А потом уже, когда ты начинаешь распробовываешь, там вот это вот все как-то поюзаешь, и они что так, и потом вон масса вообще уходит. Как будто бы Бруклин. Да, но мне прям бодро. Хорошая работа. Дыши. До 10. Да, 10, 100%, да. Очень вкусно. Станция, свои мюсли по поводу Мемфисов тоже, пожалуйста, в комментарии. А в следующем у нас Кито. Shadow of Intent. Поехали. Yeah.
как... Охуеть! Просто тестостероновая бомба нахуй взорвалась, блядь. Какие крутые мужики. Очень. Я вообще рада, что они нашли, блядь, свое предназначение. В этой жизни. Блядь. Я как на работу сходила. Да, такая волна просто, блядь. Я расслабиться нахуй не мог. Да, да. Я вообще боялась пискнуть там немного. Я не помню, блядь, был этот вокалист или нет, но как будто бы нет, как будто бы он так наваливает жесточайшим образом. Вайзман, короче, гитарист с бородой, с красивыми волосюшками, был он тип, он гитарист в Currents, вот, в наших замечательных, вот, и пожалуйста. Так интересно, что чел пишет музыку и для такой красивой, такой мелодичной металкоровой штуки, и для вот такого ебучего... Говорится, потно-жирного месива. Помнишь, я говорила, что внешность не главное? Да. Забудь. Ты что, блядь, с ним? Страшный он? У него что с волосами? Они, он мокрый? Мокрый. Слава богу. Да. Я надеюсь. У него просто прическа такая. Ой, жесть. Не нравятся эти такие? Нет. Блядь, вот знаешь, что самый вот... Ну, прям дядечка такой. Интересные разности вот... Тебе нравятся такие, да? У нас, да. Что типа тебе нравится вот... Мужиков обсудим. Красивый так, ну и Себастьян, все там... Не, ну если вот загадка и вся хуйня. Если сравнить с тем, кто мне нравится и с кем я точно никогда не буду, и с кем я в итоге общалась, ну, блядь, там плюс-минус такие. Все ясно, понятно. Все бывшие, которые смотрят этот выпуск, обратите внимание, что она думает про вас. Мне наоборот нравится, когда он, блядь, нахуй, вот, бля, мне из-за этого так нравился, бля, станция, мне так нравился, блядь, наш CJ Макмехан, ой, Макмехан, подожди, как его, блядь? Короче, CJ, бывший вокалист этого, ну вы поняли, блядь. Такой он жирный, у него, это блядь... Это вот эта, которая фотка твоя любимая? Не-не-не-не, то гитарист Left to Suffer. Я всегда просто только на него ориентирую. Это такой, он с животом, короче, такой, с бородой такой весь неопрятный, и такой, блядь, нахуй, ты смотришь на него, да ты, блядь, какой ты классный, блядь, чувак. Стопудово он воняет, это прям 100%. Но в этом же и сила, блядь, что он такой мужественный, нахуй. Шмураши. А не вот это вот... А не вот это вот вся смазливая, сопливая хуйня. Ну, хоть можно же просто для вот, ну, типа, удовольствия для глаз, я это называю, вот просто позалипать на красивых людей. Почему он красивый, а этот некрасивый, ладно? Для меня. Вот, в разрезе, ну, почему? Моей личности. Я так прекрасно понимаю, да. Ну вот, это же природа. Так устроена. Кому-то он нравится. Кому-то нет. Но у нас, я думаю, побольше, чем кому нравится. Химия не получается. Ну, как бы. Режь. Хотя, я думаю, если бы мы с ним сели бы забухали, может быть, и норм. Чел. Мне кажется, что ты с этими ребятами лучше не садиться бухать. Они же очень много лет с турами и со всей хуйней. Ну, я условно. Ну, я к тому, что, типа, может быть, знаешь, внешность реально не главное, но... Это 50 тысяч из 10? Минус там, ты забыл вначале сказать. Не, я это, ну, естественно, мне это не понравилось. Ты чё? Почему? Ты же любишь, когда мясо. Ну, не... Трейдерс я жду просто. Блять, ясно. Понятно. Извини, пожалуйста. Я понял, но станция... Ну, нет, это очень грубо для меня прям было. Очень. Слишком мужская музыка. Да. То есть... Во-первых, она шла полгода. Вот реально, у меня уже тут все вот так вот. И это прям тяжело. Может, еще потому что я не была готова. Может, не поела? Не поела. Ну ладно. Тем временем
Мы подбираемся ближе, и Whitechapel надо посмотреть, станция, надо посмотреть. А насчет Shadow of Intent вы напишите. А какие обиды? Да, на всякий случай. Хуйня! Shadow of Intent — дерьмо, дерьмо, музыка, хуйня, просто вокалист — дерьмо. Я помню, как мне напихали за Бэтмен. Вайзман тоже дерьмо, абсолютно беспонтовая группа, ни о чем вообще. Но все равно не обижайтесь. Но 50 тысяч из 10, очень сильно нравится. Вот. Дерьмо, но нравится. Whitechapel. Это ты сейчас про них как будто говорил. Вообще был тоже дерьмо. Мо? А? Наконец-то, блядь! Охуительно, блять, это что сейчас было вообще, это что, мы так этого долго ждали, станция, признавайтесь, мы же так долго ждали, когда Филипп, блять, вернется. А куда он уходил?
Он уходил в... Ну, человека понять можно. В душевные терзания. Родители умерли, вот это вот все. И он вот выплескивал свою музыку в такую вот тягучую, тянучую боль такую, короче. Вот. А вот старых Whitechapel, когда они вот качали, бля, и просто вот этой вот тяжестью, вот этой агрессией разматывали нахуй, этого давно не было. И я лично очень сильно ждал, потому что Фил Боузман, ты... Он звучит, посмотри, как мразь просто. Ты тварь, что у тебя там в глотке, блядь? Потому что сейчас все... Ой, Саша Калай крутой очень сильно вокалист. Ой, там, блядь, этот мистер Кудряшкин, ебать, тоже, блядь, крутой. Фил Боузман, сука, был крутой до появления всех этих пацанов, блядь. И очень классно, что он такой появился. Эй, пацани, сюда идемте, я вам насру же есть ваши, блядь, вокалы все ебаные. Я устала, Вот это очень нравится. А еще, станция, заметьте, Фил смотрит наши выпуски стопудово. Ну, потому что, ну как по-другому? Мы сколько раз хуесосили, блядь, эти ангары, блядь, заброшки, церквушки католические, блядь, и вот это вот все. И он такой сидел. Пещера. Ей, пацани, а ну-ка пещеру давайте бомбанем, а? В пещере не было еще клипы. У Имминенс было, бля. У Имминенс был Come Hell or High Water, был клип, был в пещере. Но не в такой. Это было круче. Я перевариваю просто. Ну, хотя бы... Подготовленного, как я, это вот реально... Что не подготовленного? Ты 2 года тут уже, блядь. Наоборот, все это время мы тебя к этому готовили. Да, потому что твои вот эти вот, блядь, трейдерсы, блядь, это вот все лайтовенькое, блядь, все. А вот это нахуй, блядь. Я сейчас понимаю, что вот на фоне Memphis My Fire вот это вообще нахуй сходили. Чего они вообще музыкой не занимаются, как будто бы на фоне всего, что последние 2 трека, это пиздец меня бы измотало. Да. А у него, мне как-то, совестно, но я в ахуях, я не знала, что вообще так можно. Он в натуре, он вывернул себя, обратно завернул, обратно вывернул, так он сделал. Ебенистические ощущения. Просто особенно у меня, я так уже долго говорю про то, что Фил Боузман, все понимаю, заебал, ну дай грязи, покажи, блядь, что ты все-таки нахуй еще могешь. И посмотри, пожалуйста. Очень классно. Станция, напишите в комментах, что тоже рады, как и я, что Фил Боузман вернулся наконец-то. Это ж 15 из 10. Это? Это 15, блядь, из всего. Да. Все. Станция. Извините меня. Ты точно хочешь трейдерсов своих послушать, а то как бы сейчас как это? Да, мне надо немного, знаешь, чтобы давление чуть. Да? Просто сейчас что переплюнет это, блядь, я не знаю. Вот, очень классно. И круто, что пещера все-таки, да. А то, блядь, сколько можно эти заброшки ангары, блядь, уже, в самом деле, ебаный свет, что случилось? Вот. А, еще комнаты сейчас очень популярны. Комнаты. Еще комнаты с цветами очень сильно популярны. Что еще? Мы, блядь, на стримах столько всего пересмотрели в плане клипов и всего остального. И плюс-минус у всех все похожее, короче. А это прям было сейчас очень хорошо. И остались трейдерсы. Остались у нас, значит, ZBS называется трек, видишь? Ну, SBC, ладно. 3 минуты трейтерсов. Сейчас мы послушаем. Станция. Алис, включи Bluetooth. Хорошо. О, хорошо. Дима с ума сошел. Ну, на, смотри, твои же трейтерсы. Что это, блядь? Come
это вокалист. Лица. Клип хуйня, нет? Похуй, как мне нравится просто. Да. Я не могу. Тебе, короче, надо этот... В общем, я понял. Ты больше корщик, чем металлист, потому что корщики же упрощают все. Mm-hmm. И типа вот тут даже вот этот понятный кач и вот это вот все. Ну, мне кажется, как первая любовь просто, а не для меня. Ну, возможно, да. Кстати. Вот. Типа, я понимаю, что есть ряд более качественных групп, там, да, у кого и вокал, и музыка, они мимо идут. Всё ясно. Мне вообще так рады за них. Даже лайк поставлю. О, даже лайк поставлю, как хорошо. Спасибо. Пишут. Спасибо. Блядь, прикинь, интересно. Да. Так долго ждала. Ты правда так рада? Это настоящая любовь в танце. Настоящая, истинная любовь. Когда так любишь своих пацанов, что, пожалуйста. Блин, они реально молодцы. Это не надо спрашивать, да, сколько и скольки. Ты не говори, пожалуйста, если не 10. Да 10, блядь, конечно, потому что это разъёб вообще. Не, это я буду слушать, это прям очень хорошо было. Слушай, я сейчас анализирую, как будто бы вообще никогда не было настолько жирного выпуска. Да, согласись. Он прям очень сильно насыщен. Да, и причем начиналось все как, блядь. Только я же говорю, Memphis Mindfire, вот, блядь. Что, они померкли? Вообще они, да? Ну, просто, блин, они ранетки сейчас для меня. А, ну, на фоне просто. Ну, нет, возможно... они вообще красавчики. Ну, в целом, все треки охуительные. Нет, все треки пиздатые. Бля, и я Memphis Mayfair поставил 9,6, да? Нет, ты французам поставил 9,6. Точно? Да. А, да, точно. Да, я записала. Ну, это не потому, что они французы. Это потому, что... Хуй знает, не буду оправдываться. Не похуй, бывает. Вот так я, бля, поставил. Наслаждайся. Вот такие вкусности на сегодня. Очень охуительно. Действительно, давно не было, чтобы прям столько всего эмоций и всего остального. Станция, свои мюсли и ощущения пишите обязательно в комментариях. А мы, между прочим... Да, они нахуй идут в Яндекс.Музыке, конечно. Нет, да? Ну ладно. Я забыла, я думаю, у меня же там старые только треки. Угу. Так и живем. Яндекс.Музыка, верните трейдерс для Малентины. Короче, но сегодня все. Вардруна у нас будет в ВК, поэтому бля, сходите. Я не знаю, что даже там вообще. Там посмотрим. А ты не умеешь переключаться между музыкальными стилями?
Дим, нормально все вообще? Блядь, это я умею только, ладно. Я же на стримах просто, понимаешь, у меня там любые, блядь, те же самые трейдеры, блядь, еще что-то, архитекторы и вот так вот белые кораблики, блядские. Вот, поэтому я умею переключаться. Ладно, я постараюсь. А на сегодня все. Не забывайте, что есть наша телега потрясающая, что есть ВК потрясающий. Все ссылки нужные и ненужные в описании. И еще увидимся. Хорошо. Все, пока. Я проверю, мы записываем, нет? Вообще прикольно, как ты решила. Что? Что прикольно решил? Сейчас проверю тебя.